В эфире программа «Городские встречи» и с вами ее ведущий Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Султанова Наджия Анверовна. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы поговорить по поводу обращений граждан. Как их много? И по поводу чего обращаются люди? Мы подвели итоги работы с обращениями граждан за 2017 год. Обращения в этом году поступили в органы прокуратуры Рязанской области больше, чем в предыдущем году. Если в 2016 году было обращение более 23 тысяч, то в этом, в 2017 году поступило около 25 тысяч. Граждане обращаются, идут в органы прокуратуры с различными вопросами. Если их нарушены права и свободы гражданина, они приходят в органы прокуратуры, обращаются с письменными заявлениями и также с устными заявлениями на прием к работнику прокуратуры. Больше всего обращений на нарушение жилищных прав, трудового законодательства, невыплаты заработной платы, несвоевременной выплаты заработной платы, нарушение земельного законодательства, а нарушение исполнительного производства. Также рассматриваются обращения, когда не согласны с принятыми решениями органов следствия, дознания, с вынесенными решениями судов и другие вопросы. А какие приоритетные направления в обращении граждан? Приоритетными направлениями являются в области нарушения прав, свобод гражданина. Вот именно я уже говорила по трудовым законодательствам, о нарушении жилищных прав граждан. Угу. Насколько мне известно, увеличилось количество разрешенных жалоб. Скажите нам, что это такое и что это обозначает? К нам поступившие обращения, они рассматриваются. В рассмотрение это входит, что мы разрешаем эти обращения. Если они не входят в наши компетенции, то эти обращения направляются либо в другие организации, либо в межрайспецпрокуратуры, в нижестоящие прокуратуры. Или возвращаются заявителю, если он ненадлежащим образом изложил те вопросы о нарушенных правах, изложил заявление, либо, значит, оставляется без рассмотрения, если прекращена переписка, и другие вопросы. Разрешаются обращения, это значит, разрешено обращение в органах прокуратуры, то ли это в областной прокуратуре, то ли в межрайспецпрокуратурах. Они, конечно, увеличиваются с каждым годом. Если в 2016 году было рассмотрено более 16 тысяч, то в 2017 году около 17 тысяч. А были ли удовлетворенные жалобы и какое их количество? Жалобы по результатам рассмотрения принимаются решения. Удовлетворяются жалобы. В 2017 году удовлетворено около 3000 обращений. А в 2016 году примерно такое же обращение. Я знаю, что широко используются меры по защите нарушенных прав граждан. Расскажите о них. По результатам рассмотрения обращений граждан органами прокуратуры принимаются меры реагирования. Это могут быть принесены представления, протесты, предостережения, привлечение к административной ответственности и другие меры. Угу. Прокуроры также дают и консультацию во время приема. Расскажите, пожалуйста, об этом немного. Граждане приходят на личный прием в органы прокуратуры области. Приходят с различными вопросами в связи с тем, что нарушены их права. Если им необходимо написать заявление или обратиться в другую организацию, либо они обжалуют решения, принятые судами области, мы консультируем, разъясняем им, говорим, что они вправе, они могут обратиться, конечно, в органы прокуратуры, и мы принимаем эти обращения. Но мы разъясняем им, что данные вопросы, с данными вопросами необходимо обратиться в органы, в судебные органы. Также разъясняем, если их нарушены земельные права. В некоторых случаях это решается именно судом. Поэтому в данном случае разъясняем гражданам, что необходимо обратиться в судебные органы. А проводятся ведь также и выездные приемы граждан. Расскажите немного об этом, где они проводятся, как часто?
У нас создана, значит, мобильная выездная приемная прокурора области. Выезжают руководители, то есть прокурор области, его заместители, также другие работники областной прокуратуры для приема граждан. Выезжают во все районы области, в дальние, удаленные, где, чтобы для того, чтобы удобно было жителям, которые не имеют возможности приехать в областную прокуратуру, написать, обратиться с заявлением. Они могут прийти на прием в районную прокуратуру. Также приемы осуществляются в администрациях поселений, работниками прокуратуры, нашим руководством. Граждане приходят, обращаются с письменными заявлениями, которые регистрируются, рассматриваются, им даются ответы. В некоторых случаях удовлетворяются их просьбы. Вот хочу привести один пример. В одном из районов, в Захаровском районе, был выезд прокурора области, где было принято коллективное обращение о том, что в одной из средней школы, значит, родители приобретают канцелярские товары, что для того, чтобы могли пользоваться ученики в школе. По результатам рассмотрения этого коллективного обращения внесено было представление, оно было рассмотрено, удовлетворено, и учащиеся были обеспечены канцелярскими товарами. А как часто проходят выездные приемы граждан и в каких районах области? Во всех районах области, во все районы выезжаем, и Кадом, и Ермиш, и Сасово, то есть в дальние районы выезжают как прокурор области, 3 заместителя, 1 заместитель прокурора области и 2 заместителя выезжают во все районы в месяц по 3-4 раза ежемесячно. А вот немножко по статистике, как много обращений из области и как много разрешенных из них? Вы имеете в виду по поводу приема на выездные приемы? К руководству обращаются на прием около 10-15 человек приходят. Разъясняется им законодательство. С такими вопросами они приходят на прием. А также оставляют письменные заявления. Где-то по 10-15 человек приходят. А ведь проводится также и бесплатная юридическая помощь. Расскажите немножко и об этом. Бесплатная юридическая помощь у нас проводится гражданам и всем, кто приходит в органы прокуратуры области. Также эта помощь осуществляется в библиотеке Горького, где приходят граждане, малоимущие, просят разъяснить им какое-либо законодательство. Работники как областной прокуратуры, так же и районных прокуратур города. Работники принимают граждан, слушают их и консультируют по тем или иным вопросам. А вот вы говорите, в библиотеке имени Горького. Как часто они проводятся там? Они проводятся часто, ежемесячно эти консультирования граждан проводятся в библиотеке Горького. И любой желающий может посетить их и получить... Любой гражданин, любой житель, если у него возникли вопросы, он может посетить, прийти и получить консультацию. Существует также общероссийский день приема граждан. Что происходит на нем, как он проходит обычно? Ежегодно 12 декабря проводится Общероссийский день приема граждан, если это рабочий день, совпадает по календарю. В этот день во всех организациях, учреждениях, предприятиях и в органах прокуратуры области проводится прием граждан. Вот 12 декабря 2016 года также он был проведен во всех прокуратурах области. Граждане обращались. В 2017 году у нас обратилось вдвое больше граждан, чем в 2016 году. Обратилось на прием 36 человек, которыми были оставлены обращения, им были даны разъяснения. Обращения оставлены, они были зарегистрированы, рассмотрены, и заявителям были даны ответы. В ноябре проводился прием населения по вопросам защиты семьи и детства. Что происходило на нем?
Это был тематический прием, и поэтому в этот день граждане обращались как в районные прокуратуры, так и в прокуратуру области по вопросам нарушения прав несовершеннолетних. Граждане приходили, задавали вопросы по нарушенным им правам, и были приняты заявления, давалось также разъяснение. Именно тематический день был именно о нарушенных правах несовершеннолетних. Это был первый тематический прием граждан или до этого были еще? Нет, это у нас регулярно проводятся такие дни приема граждан. Также вот 1 сентября ежегодно наши работники органов прокуратуры области, они посещают учебные заведения, где также выступают с лекциями, с беседами, при необходимости дают разъяснения школьникам, учащимся по всем вопросам, которые касаются именно учащихся. А может быть, за 2017 год вспомните какие-нибудь яркие случаи обращения граждан и нарушения их прав? Обратились на выездном приеме к прокурору области Олегу Васильевичу в Касимовской межрайонной прокуратуре. Обратился гражданин по вопросу уборки территории моста через реку Кусть. По уборке мусора после проведения ремонтных работ не было убрано и препятствовало передвижению граждан. По результатам приема его письменного обращения были приняты меры. Все это было убрано, и просьба заявителя была удовлетворена. Если у человека есть какое-то обращение в прокуратуру, куда ему идти, как правильно поступать? Граждане могут обратиться в любую прокуратуру, районную, областную. Но я бы рекомендовала гражданам обратить внимание на то, что если гражданин, у которого нарушено право, первый раз обращается, то рекомендовала бы им изначально обратиться в районную прокуратуру по месту жительства или по месту нарушения его прав. В последующем, уже получив ответ, с которым гражданин не согласен, он может обратиться в прокуратуру области. Но если гражданин принял решение и решил прийти в областную прокуратуру для того, чтобы обратиться с письменным заявлением, то ли с устным, мы этого гражданина обязательно принимаем, и письменное заявление принимаем, регистрируется это письменное заявление, и потом принимается решение, оставлять его для рассматривать в областной прокуратуре или направлять в районную прокуратуру. А какой график приема обращений в областной прокуратуре и где она находится? Областная прокуратура находится в городе Рязани, улица Веденская, 81. Граждане ежедневно принимают дежурным прокурором и в субботу и воскресенье. Кроме этого, у нас график приема граждан вывешен в приемной комнате, где указано, что начальники отделов управления, старшие помощники прокурора области, они принимают ежедневно. Граждане предварительно записываются на прием, обращаясь к старшему помощнику прокурора области про рассмотрение обращения приема граждан Султановой, то есть ко мне. А были ли какие-нибудь случаи повторного обращения граждан с одной и той же проблемы с одним и тем же нарушением прав? Да, есть ряд граждан, которые обращаются даже в том случае, если уже переписка с гражданами прекращена. Они не приводят новых доводов, однако обращаются на прием и приносят письменные заявления, которые мы рассматриваем, им дается разъяснение. В случае прекращения переписки, им указывается о том, что уже была прекращена переписка. Такие граждане, они вновь просятся на прием, даже если они уже обращались на прием, были на личном приеме у прокурора области Олега Васильевича Черныша, обращаются еще раз вновь, чтобы их приняли. Прокурор области Олег Васильевич Черныш их принимает. По какому телефону гражданин может записаться на прием, если сам не может посетить прокуратуру области? Граждане могут обратиться с вопросом записи на прием к работнику областной прокуратуры по телефону 200628 к старшему помощнику прокурора области про рассмотрение обращений и прием граждан. А в какое время можно обратиться? В рабочее время, пожалуйста. С 9 до 18 часов. Спасибо вам большое. Сегодня у нас в гостях была старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Султанова Наджия Анверовна.
До свидания.